Он содержит мало калорий, а готовить можно в любое время года. Салат полезен при анемии, сердечно-сосудистых заболеваниях, атеросклерозе. Поднимает иммунитет, очищает кишечник, даже вечером его можно съесть, не навредив своему здоровью. При варке свекла сохраняет свои полезные свойства в полном объеме. Одну вареную свеклу очищаю от кожуры и натираю на самой мелкой терке. Свекла поможет избавиться от хронических запоров и убрать лишний вес. А также она расщепляет тромбы и снижает давление. Одно среднее яблоко очищаю от кожуры. Убираю сердцевинку, натираю на мелкую терку и добавляю в салат. Кстати, домашние яблоки от кожуры можно не очищать. В яблоках много железа, которое полезно для крови. Яблоки защищают от камней в желчном пузыре. Яблоки и свеклу нужно смешать между собой. В полученный салатик добавляю чайную ложечку меда и мелко нарезанный зубчик чеснока. Осталось брызнуть в салатик столовой ложкой лимонного сока. Витамин С в составе лимонного сока улучшит иммунитет. Также лимон ускоряет всасывание полезных веществ. И наливаю 1 столовую ложку оливкового или подсолнечного масла. Масло полезно для сосудов. И еще один ингредиент – это столовая ложка тыквенных семечек измельченных. Тыквенные семечки без кожуры. Можно заменить грецкими орехами. В таком салатике яблочно-свекольном много полезных веществ и клетчатки. Содержит железо, йод и фолиевую кислоту. Это поможет притормозить процесс старения, сохранить здоровье и сбросить лишний вес.